disease, Mr. Metal. Mr. Metal, stop that. Боевиков, которые уже здесь спасли помещение. Сейчас наши ребята эвакуируют персонал ударника подальше от зоны боевых действий. Продвигаемся дальше. Это компактная группа боевиков в количестве 10-15 человек. Они двигаются вглубь промышленного комплекса по железнодорожным путям. Мы должны остановить их и избежать потерь среди граждан. Задача ясна? Продолжаем движение. Убирайте у них путь.
идем сразу за тобой. Позицию. Майор, откройте эту дверь. Давай, я прикрою. В сборе. Теперь мы можем начинать. Мы уничтожили большую часть противника, а те, что остались, забаррикадировались в доме напротив. Ситуация осложняется тем, что враг успел захватить в заложники несколько рабочих. Штурм неизбежен, потому что переговоры бессмысленны. Совок, молот и карась. Вы под прикрытием снайперов проникнете в здание и уничтожите противника. Кулак со своими бойцами. Вы возьмете оптику и обеспечите прикрытие из окон. Всем все ясно? Ну, тогда за дело. Майор, когда мы дойдем с прикрытием штурмовой группы, раздобудь оптику и займи позицию в окна средней комнаты. Действуй! Давай поболтаем после. Так, я уже убрал этот скролл. Держите на прицеле. База, вас понял. Будем работать. Штурмовики готовы? Это того! Работа, парни.
I think the gate just crashed. Mm-hmm. Yep. Oh, guys.